Таразі відкрили мотосезон. К 20-летию Астаны на центральной площади Достык жамбылцы заряжали драйвом мотоциклисты из Алматы, Шымкента, Тараза и гости из Кыргызской республики. Известно, что культура мотобайков очень опасна по своей сути. Несмотря на это, число байкеров с каждым годом растет. Шоу состояло из трех блоков, открыли его ярким выступлением на спортбайках. Участники заводили публику не только ревом своих железных коней, но и вращениями вокруг своей оси в воздухе, показывая различные фигуры. Так, тематикой одного из них стала северная столица. Викторина состояла из ключевых вопросов об Астане. Игроки с удовольствием отвечали, а иногда угадывали правильные ответы. В целом, для зрителей были организованы многочисленные конкурсы с подарочными сертификатами от спонсоров этого заезда. На шоу присутствовало более 50 мотобайкеров, а также было представлено немалое количество мотоциклов разных моделей. К примеру, раритетный Harley Davidson 1940 года выпуска. После продолжительного шоу под бурные аплодисменты байкеры объявили об открытии мотосезона. Совершив первый в этом сезоне заезд, мотоциклисты заехали в парк Победы Женгис, где возложили цветы к вечному огню. Здесь такая бешеная энергетика, теплая атмосфера, дружеская. Вы знаете, ребята все поддерживают друг друга. Сегодня здесь собрались не только жители города Тарас, у нас сегодня здесь гости из города Алматы, города Чимкент.